Во время совокупления характерны широко открытые дыхательные отверстия у улиток. Они периодически закрываются, открываются вновь. Вообще движения у улиток зачастую резкие, импульсивные, подрагивающие, особенно это хорошо видно на ускоренном воспроизведении. Улитка виноградная, или Helix pomacea, так правильно по латыни произносится, Helix pomacea, относится к классу брюхоногих, самому многочисленному классу в составе типа моллюски. Итак, тип моллюски, класс брюхоногие, улитка виноградная. Улитка эта является гермафродитом, их половая железа так и называется, гермафродитная железа. В ней образуются и сперматозоиды, и яйца. Выводные протоки открываются около переднего конца тела на правой стороне. Здесь помещается мускулистый вырост, включающий в себя генитальную пору, так называемую гонопору, аналог вагины, и пенис в виде единого образования, совокупительного или копулятивного органа, набухающего во время возбуждения и выдвигающегося наружу в нижней части головы справа, чуть ниже ротового отверстия. Любопытно наблюдать, как этот орган буквально взрывается во время полового возбуждения. Вот сейчас обратите внимание, это будет хорошо видно. Вот, вот этот момент. Потом происходит взаимопроникновение и обмен сперматофорами, специальными капсулами, содержащими сперматозоиды. Капсулы эти облегчают направленный транспорт и защищают от неприятного воздействия, например, пересыхания на атмосферном воздухе. Капсула попадает целиком в семенприемник и может некоторое время там сохраняться. Вот у улиток виноградных, по данным литературы, они могут храниться до года. В центре парочка отдыхает явно или закончила все свои дела, трудно сказать, время покажет, но скорее всего закончила. Хотя бывают у них ситуации, когда улитки внезапно прекращают игру, бессильно падают и даже разделяются. Какое-то время находятся в неподвижном состоянии, а потом возобновляют процесс игры и копуляции. Вот тут мы решили подложить несколько улиток, рассчитывая на то, что под воздействием половых феромонов они тоже включатся в процесс. Но посмотрим. Посмотрим.
Пошла себе гулять по головам других. Нет, не включилась в процесс. Не подействовали на него наши феромоны. Ускорю я сейчас воспроизведение еще в несколько раз. Ну, как видите, никто больше не вступает в брачную игру, навязываемую нами. Видимо, у каждого свой цикл, или неподготовленный организм, или уже оплодотворение произошло днями раньше. По-прежнему в игре остается только вот эти три пары наши. Очередное возбуждение одного из партнеров, второй не торопится тотчас же ответить взаимностью. А вот у этой пары, кажется, все в порядке. Давно идет обмен семенем. Полет проходит нормально. А сейчас мы увидим разделение половых органов. Вот она.
Орудия зачехляются. Ритуал завершен. Ну и почти завершен. Наверное, для них еще какое-то имеет значение вот это прикосновение. Ускорю в разы воспроизведение. Уже темнеет. Видно, как наступают сумерки. Прошло уже около 3 часов от начала записи. Дадим дополнительное освещение объектов нашего изучения. И еще ускорим воспроизведение. Пожалуй, можно заканчивать запись. Надеюсь, она оказалась познавательной для многих из вас. Если досмотрели до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, кино не будет. Электричество. Пользуйтесь!